Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Глава-то вышел, банк «Караул» выехал и лично возглавил борьбу с пожарами в Тандинском районе, где возникшие лесные и степные пожары из-за шквалистого ветра подбирались вплотную к селам Межигей, Успенка и Кочетово. На территории республики сохраняются высокие классы пожарной опасности. 31 мая днем по Туве прошелся сильный шквалистый ветер, который разнес огонь на большой участок. Появилась угроза перехода степного пожара на населенные пункты. На локализации пожара были задействованы почти 200 человек, сотрудники службы ГОВЧС, лесники, спасатели и 8 пожарных машин. Позднее осложнилась ситуация у села Кочетово. Борьба с пожарами продолжалась до глубокой ночи. До Межигея степному пожару оставалось меньше километра, что могло привести к катастрофическим последствиям. Вспомните, что происходило в соседней Хакасии, а также в Забайкале. Там буквально за несколько секунд сгорели имущество и дома, пострадали люди. Поэтому ни в коем случае нельзя быть безалаберными с огнем. Я прошу вас, поймите, сухая трава горит очень быстро. Сегодняшний пример нас должен мобилизовать. Сейчас нам нужно продолжать борьбу со стихией. Успенка уже более-менее. Межигей мы смогли отстоять. Чабаны Тувы защитят домашний скот от снежного барса. Чтобы сохранить редкого хищника, ВВФ и фонд «Мир вокруг тебя» примирят враждующие лагеря, предотвратив нападение ирбиса на домашний скот. Впервые идея защиты скота для сохранения снежного барса была реализована в Туве в 2007-2008 годах. 10 лет спустя укрепленные загоны для скота уже обветшали. Появились новые стоянки, проект требовал продолжения. Проект по сохранению снежного барса поддерживали местные скотоводы, районные и республиканские органы власти. Партнерами фондов по республике стала автономная некоммерческая организация «Армия Ирбиса» по сохранению редких и исчезающих видов животных. В 2016-2017 годах эксперты ВВФ обследовали районы юго-западной Тувы, где регистрируется наибольшее количество нападений ирбиса на скот, и определили стоянки чабанов, где будет реализован проект. На 18 стоянках в Мангунтайгинском и Байтайгинском районах. Специалисты закрыли сеткой рабицы, вентиляционные отверстия и окна в кошарах, отремонтировали старые строения, заменив опорные столбы и доски перекрытий. Кроме того, впервые в регионе чабаны получили специальные ультразвуковые и световые приборы для отпугивания снежного барса. В Байтайгинском районе на 2 стоянках сырлыководов были установлены электроизгороди, которые защитят скот в открытых загонах или на пастбищах. Питание электроизгородей происходит от солнечных батарей, установленных рядом с устройствами. После использования оборудования весной-осенью 2018 года скотоводы подтвердили эффективность и легкость изгороди в использовании и транспортировке. Роструд напомнил о короткой рабочей неделе. Следующая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не 3 дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России. Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду, рассказали региональные новости в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на 1 час, так как он является предпраздничным. Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. А вообще в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных. В социально-экономическом развитии республики отдельные отрасли обеспечили прирост показателей, тем не менее имеются и отрасли с отрицательной динамикой. Положительная динамика по сравнению с 2017 годом достигнута по следующим показателям. Рост промышленного производства составил 0,2%. Рост валовой продукции сельского хозяйства не более 5%. Рост оборота розничной торговли на 1,4%. Платных услуг населению 0,9%. Пассажирооборот рост на 7%.
По показателям уровня жизни среднемесячная заработная плата возросла на более чем 14% и достигла более 35 тысяч рублей. Среднедушевые денежные доходы населения составили более 14 тысяч рублей. Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, число малообеспеченных семей по республике снизилось на 2000 семей и сейчас составляет около 28 тысяч семей. Этому прежде всего способствовало оказание адресной помощи нуждающимся семьям на основе социального контракта в рамках губернаторских проектов. Отрицательная динамика показателей по сравнению с 2017 годом отмечена в строительстве. Введено более 93 тысячи квадратных метров. Отметим, что в 2008 году строилось в год 26 тысяч квадратных метров. В 2018 году отмечен прирост объема внебюджетных инвестиций на сумму более 6 миллиардов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 38 копеек, евро 72 рубля 84 копейки. Только до 30 июня успейте посетить контактный зоопарк. Ежедневно с 11 до 19 часов в ТЦ «Император», угол улиц «Дружба» и «Чульдум». Фотосъемка бесплатна. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Для 165 лагерей отдыха для детей региональным управлением Роспотребнадзора выдано санитарно-эпидемиологическое заключение. Сроки открытия остальных лагерей планируются в середине июня. Это стационарные палаточные лагеря. Для полноценного оздоровления детей без риска для их безопасности требуется также выполнение ряда условий. В первую очередь, это наличие санитарных книжек для персонала с полным перечнем прививок и необходимым анализом на отсутствие инфекционных заболеваний. Необходимо также наличие отметки о прохождении гигиенического обучения, которое гарантирует соблюдение всех норм гигиенических требований по обеспечению безопасности отдыха детей. В летний период для работы в оздоровительных лагерях планируется привлечь 2525 работников. Гигиеническая подготовка персонала проводится согласно графику. Важно проведение акарицидной и обработки территории летних оздоровительных лагерей и дератизации. Заключены договора на проведение обработки. Пристальное внимание надзорного органа направлено на соблюдение нормативов по продуктовым поставкам. Контрольно-надзорные мероприятия проведены в отношении 52 поставщиков продуктов питания. Выявлены нарушения у 38 из них. Составлено 40 протоколов. Вынесено 23 постановления. Применено штрафных санкций на сумму почти 71 тысячи рублей. Всего заключено 419 договоров на поставки продуктов питания с 70 индивидуальными предпринимателями.
По данным еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации по укусам клещей, за минувшую неделю отмечено 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом у учащихся 3-х и 4-х классов и 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Всего с начала сезона активности клещей зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом. За неделю в лечебно-профилактические учреждения по поводу укуса клещей обратилось 740 человек, в том числе 10 укусов. Укусов получено за пределами республики и 1 случай во время пребывания в соседней Монголии. В целях предупреждения укусов и заражения инфекциями, передаваемыми через укус клещей, специалистами Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, а также коллективами медицинских организаций проводится информирование населения. Подготовлены и розданы памятки, листовки, проводится также совместная работа со средствами массовой информации. С начала эпидсезона роздано более 1500 печатного материала. Самым эффективным средством защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Для вакцинации детского населения в 2019 году из республиканского бюджета было выделено более 10 миллионов рублей. Закуплена вакцина в достаточном количестве. Вакцинировано и ревакцинировано за счет личных средств и средств работодателя 2365 человек. Напомним, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится в 2 этапа с интервалом от 1 до 6 месяцев. Завершенным курс вакцинации считается после проведения ревакцинации через год после введения первой инъекции. В последующие периоды рекомендовано ревакцинироваться 1 раз в 3 года. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Гроза, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Днем порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.